Всем привет, парни. Продолжаю свое путешествие. Едем в Савинское. В прошлой серии, если кто смотрел, я там увяз в болоте. Вот, значит, подогнали технику, меня вытащили. Помогли болото преодолеть. Вот по этому болоту я ехал больше 2,5 часов. Скажу честно, раз 5 я там увяз. В общем, кое-как я до сюда добрался. Писать я это не стал. Просто 2 часа смотреть, как я еду по болоту, мне кажется, это неинтересно. Так. Все, едем дальше. Не знаю, до Савинска мы сегодня доедем, не доедем. Мне кажется, вряд ли. Да, парни, у меня это, микрофон сломался. Пишу на микрофон от вебки.
Поэтому за качество звука не знаю, не могу ответить. Ну, вроде протестировал, вроде бы меня слышит. Как будет. Так что не судите за звук строго. Все, приехали. Дальше он не тянет. Тысячу раз я уже пожалел, что я взял этот КамАЗ. КамАЗ этот переделка КамАЗа Саши Корал. Так вот, если я на Сашином КамАЗе ездил на первой версии, которая была адаптирована для карт Сергея, у меня таких проблем не было.
Тут непонятно, что сделали с этим КамАЗом, блядь. Зад гребет, вперед не едет. Ну, в общем, именно вот этот КамАЗ, переделка какая-то непонятная, в коллекцию моих модов точно не пойдет. Короче, просто изуродовали КамАЗ Саши, и все. Мне кажется, я бы тут на дефолте лучше проехал, чем на этом КамАЗе, блядь. Этот груз надо довести, если мы дальше нигде прям конкретно не встрянем, что вообще подняться не сможем, то я думаю, что мы его довезем. Вообще хочу я этот рейд завершить, ну, в смысле доехать и прокатиться на хардпаке, то что сделал Сергей, это мне интересно, просто нам денежка нужна на Вольво.
Я поэтому этот груз и взял. Как бы так-то недалеко, там на 70 с лишним километров. А еду уже вон по времени сколько. Дорога тяжелая, сложная попалась. Тормоз, жму в пол, машина не тормозит. Карту надо глянуть. Там знак стоял, что Быстринск направо. Ой, налево. Интересно, мы через него проедем, чтобы нам в решающий не заезжать или нет. Не знаю, даже попробовать или не стоит. Так, ну дороги тут по карте нету. Дорога идет через решающий. Поедем мы, наверное, вокруг, не буду я сворачивать здесь на Быстринск. Сомневаюсь, что там есть какой-то проезд, там, скорее всего, какая-нибудь
База стоит. И все, сейчас мы там в стену в какую-нибудь упремся. Или в лес какой-нибудь, или еще. Дороги, мне кажется, там нет. Поедем прямо, лучше сделаем этот круг. Я увидел, когда этот мод в сети, там даже Саша Корал указан не был, как автор. Но я знаю, что это КамАЗ его, поэтому как бы тут смотрю, оплеточка вот эта вот на руле, мне понравилась. Я не думал, что его, блин, так просто кардинально возьмут и испохабят этот мод. Я знаю, что Саша КамАЗ уже давно, там первая версия, все-таки гуляют, там его пытаются всяко переделывать, там кто-то что-то добавляет там свое. Но обычно это касается внешки. Чтобы вот так вот испохабить мод, это нужно, блин, постараться.
Я думаю, что, наверное, даже хорошо, что не указали там Сашу Карала, потому что, ну, он бы такой мод бы никогда бы не сделал. А я не стал его ни тестировать, ничего, думаю, ну, прокачусь я на КамАЗе, соскучился я по этому КамАЗу. А первая версия на 1.22, естественно, не идет. Сашин именно КамАЗ, который. Вот такую вот я глупость совершил. Ну, груз довести нужно. Будем считать, что это у нас подосланный КамАЗ попался. Вот. Вроде бы красивый, а по технической части убили. Убили в хлам. Вот сейчас едем и мучаемся. Короче, довожу груз и избавляюсь от этого КамАЗа и забываю про него как страшный сон. Да, внешне все-таки красиво. Красивая машина. Нравится мне прям этот КамАЗ.
Блять, в делителях я в этих запутался нахрен. Подъемчик-то там вот в конце крутой будет. Зайдет этот КамАЗ туда на него или нет? Сейчас посмотрим. Сразу на третью переключу, чтобы потом в конце подъема не переключаться.
Интересно, сколько еще таких подъемов будет на нашем пути. А вот еще одно болото. Помню я его по прошлым редакциям. Тут надо прям по этим козлам вот этим ехать. Иначе просто улетишь. Засосет. Не знаю, может в этой редакции справил Сергей, но я рисковать не хочу. Thank you.
Так. Софийск налево. Нам-то надо в Дикастре. Сосиск налево. Так вот он, сосиск получается. Ох, Серега запутал, блин. Едем прямо. Кирпич. Поедем под кирпич. Что-то там мост вроде бы целый.
что хорошо, когда вот так вот в горку забираешься. Руль бросил, передачу воткнул и потихонечку едешь. Можно кофеечка глотнуть. Охренеть, там подъем впереди. Мы на него точно, блядь, не заберемся.
Ну а как без этого, то есть в конце подъема не сдохнуть, то это уже будет неинтересно, блин. Капец какой-то, ё-моё. Блин, его назад встану. Капец.
Еще один подъем позади. Блин, сколько их еще будет, я не знаю. Я уже устал. По навигатору осталось 14 километров. Но это по навигатору. Знаю Серегу, эти 14 могут превратиться в 114. Цивилизация бы добраться куда-нибудь, блин. Тут по нормальному асфальту бы прокатиться. Так, на Николаевск-на-Амуре дорога пошла. Блин, смотрим карту. Ну да, в принципе, все правильно. Блин, вроде бы там даже чуть-чуть совсем осталось ехать. Ладно, попробуем.
доехав. Так, небольшой перекур сделаю. Пойду я покурю. Едем дальше.
Блин, заправиться бы надо, ё-моё. А то хрен его знает, сколько там еще этих подъемов впереди. Где-нибудь начнем буксовать. По 95 рублей в каком-то сраном поле, блядь. Еще и бензин, наверное, подосланный, блядь. Как так вот в зеркало, блядь, не видно эту хуйню. Прицеп этот сраный, блядь, куда-то исчезает. Ну вот точно ни в какой подъем не залезем.
Но если дальше вот такая вот дорожка осталась, ну пускай она с кочками, ну без всяких там подъемов, я думаю, что мы сейчас должны груз все-таки доставить. Осталось-то не так много. Неохота уже просто бросать. Главное без подставок, без всяких на дороге. Загружено было 30 тонн, в болоте оставили, и тут его колбасит прицепами. Короче, 5 тонн будем считать, намочилось, усохло там, пропало, короче. Вот, привезем 25, 5 спишем, продадим. Надо же как-то заправку нашу оправдывать, и есть. На этом плохом КамАЗе, блин. Монгол какой-то. Монгол Шаудан. Там родился он, наверное. Певец-то такой.
Надо дальше. Вот и Савечка. Даже табличка криво стоит. Ну какая дорога, такая и табличка, блядь.
Не в лес. Все, я уже засыпаю. Я даже припарковаться не могу, блядь. Так я ни хера в это зеркало, блядь, не вижу. Вот и все, приехали. Так, ладно, в планах, значит, что у меня? Взять Вольву с хардпака Серегина. Попробовать на ней покататься. Должно быть интересно. Потому что это новинка. В редакции 12 появилась. Вот, будем пробовать хардпак. Ну все. Всем пока.